Сегодня 1 марта 2017 года, и мы начинаем первую серию сезона планеты Киев в этом году. В этой кровеческой вылазке мы осмотрим окрестности высохшего, осушенного уже болота Казенного и остатки болота Куликова, которое занимало давний рукав Десны. Начинаем вылазку мы с лесочка на перекрестке улиц Братиславской и Лесного проспекта. Вот сейчас мы направляемся вдоль жилого квартала к выходу из подземного заточения Северодарницкого мелиоративного канала. Этот канал сейчас запитан водой от речки Дарница, которая начинается около Броваров, и других ручьев, ближайший из которых и полноводнейший, это ручей, который течет под лесным массивом. Вот мы видим впереди голубятни, и за ними будет выход из портала. Это мы за телефонной станцией на улице Милютенко. Вон там телефонная станция, такой дом желтый, желтоватый. И идем смотреть на Северодарницкий мелиоративный канал. По ходу две голубятни. Вот мы приближаемся к выходу из Северодарницкого мелиоративного канала. И мы вам уже показывали его в Киевской амплитуде. Вонючая вода, движение в ней не видно. Пройдем вдоль русла. Русло заилено. Чрезвычайно. Тут следы другого русла, высохшего. Вот тут, где мы движемся, раньше и лежало болото Казенное, но оно осушено теперь. На берегу чинят и моют машины. Я этого не показываю. Показываю русло. Приглядываюсь, есть ли в нем хоть какое-то течение. Течение есть. Небольшое, но есть. Вода мутная. Глубину я никогда не пробовал. Максимум немного выше колен. Вот мы видим впереди новейший современный мост. Вот такой он, Северодарницкий мелиоканал. На этом отрезке, на отрезке бывшего болота Казенного. Двигаемся вдоль него. Под ногами торф. Тропка ведет вдоль берега. Время от времени встречаются и другие живописные мосты, вот такие как этот. Посмотрите, как ровно прокопано русло канала. Отмечу, что когда мы снимали здесь серию Киевской амплитуды про речку Дарницу, то мелиоканал в этом месте был полноводнее. А снимали мы весной и летом
2013 года. На этом и другом берегу мы видим смешанный хвойно-березовый лес, который непрерывно продолжается в сторону лесного кладбища. Слышны голоса неведомых птиц. Участок болота, сохранившийся участок казенного болота, лежит в сторону улицы Братиславской к трассе, но мне туда лень идти, потому что я намерился показать вам именно часть Мелиоканала. Тут людей не очень много, видна белка. По другую сторону канала, по левому берегу, местность вот такая. Это просто заросший лесом торфяник. Вот тут канал имеет разветвление, и в него с той стороны, там, я туда не проберусь, подходит еще один канал. Летом, когда я там был, он сухой, но через него перекинут мостик. Может быть, как-нибудь я схожу туда и покажу вам это место, но пока же он лежит в стороне от нашего маршрута. Между тем, в ручье уже наблюдается некое течение, а от воды пахнет, чем тут только не пахнет. Ну, спишем это все на торф. Запах размокшего торфа. Хотя тут чувствуется запах химии. В этом месте канал сужается до небольшого ручейка, уже с весьма приметным течением. Туда же идет, там расположена сеть подобных небольших канальчиков. Канал, я бы даже сказал. Я же продолжаю идти по тропке вдоль. Вот в канал вливается еще другой канал. Даже несет с собой песочек. Песчаные наносы. Тоже замусорены. И вот мы с вами уже выбрались к зоне отдыха под названием Березка. Тех березок раскидано по Киеву немало, но вот Березка в окрестностях Казенного. Это оборудованные для шашлыков избушки. Мы туда поворачивать не будем. Давайте сориентируемся. Вот в той стороне находится Братиславская и эпицентр, и пересечение с улицы Крайней. Вот, если следовать вперед, а мы туда сейчас последуем, мы придем к улице Крайней. Это еще не уход в коллектор, это просто проход в трубу. Вот. А сзади нас местность болота Казенного, а вдоль Крайней сохранившийся участок болота Куликового. Болото Куликова. А прежде чем я продолжу повесть, обращу внимание на еще одну трубу. Она идет от лесного массива. Вот. И сейчас из нее едва сочится какой-то ручеек. Начинается она около гаражного кооператива, во всяком случае, проходит вдоль него, там есть огромный гаражный кооператив. Так вот, о болоте Куликовом.
Ныне Северодарницкий водоканал служит как бы водоразделом между землями болота Куликового и всем остальным. То есть он, канал этот, нарушает и давно уже нарушает естественное протекание вод, которое тут было раньше. Сейчас мы, не выбираясь к улице Крайней, пройдем к болоту, к Куликовому болоту, а потом посетим остатки хутора Куликова. Через эти кочки ходить не очень здорово, но... Так, вот мы подходим к месту, где сохранилась болотная растительность. Она еще зеленеет даже. Уже ощущается влажная почва. Ноги мои начинают утопать. Вот это остатки болота Куликового, которое раньше было довольно глубоким. Для ориентирования, там находится улица Крайняя, а там лесное кладбище. Там лесное кладбище. Вот. Я попробую подобраться к большей, более уводненной местности, а затем мы выберемся к трассе, чтобы перейти на другую сторону улицы Крайней и посетить остатки хутора. Это мы видели один из отрожков Куликового. Земля пронизана сетью давно уже сухих траншей. Напоминает кладбище с большими могильными холмиками. Вот мы выбираемся к другому отрогу Куликового болота возле Крайней улицы. Тут он довольно большой. Вот это и есть, в принципе, основной, да, его сохранившийся отрог. А то, что я вам показывал только что, это так. Небольшой отрожек на пути к нему. Вот. Вот болото Куликова. Уцелевший и не особо осушенная его часть, хотя, конечно, осушение подобралось уже к ней вплотную. Мы видим камыш высотой, ну, 1,5 метра. Местность довольно дикая и живописная. Растут здесь дубы, сосны, березы. Болото обходит едва заметная тропа. Стоит вода. Не мудрено, ведь в ней растет камыш. Как-то даже не верится, что такой чудесный островок природы рядом с автомобильной трассой, рядом с началом Троещины, фактически ее стыком Троещины и Воскресенки. По сути, русло, в котором расположилось болото Куликова, оно омывала Воскресенку с востока. Таким образом, Воскресенка – это огромный остров. С одной стороны его поджимала речка Радунка, с другой стороны вот это русло давней Десны, которое потом заболотилось
и стало называться болотом Куликовым. И продолжение этого русла мы видим в парке Победы. Вот это длинное озеро, это тоже часть русла, которое начинается как болото Куликова. А болото Куликова, в свою очередь, как бы отпочковывается от части древнего русла Десны, которое теперь расчищенное стало озером Алмазным. А еще в 18 веке и по 20 называлось болотом Куричевым. Но я Алмазное озеро уже показывал в какой-то части планеты Киева. Поэтому я не буду повторяться. Но я его показывал не с точки зрения, что это часть русла Десны древнего, а просто так показывал. Может, имеет смысл снова показать. Вот мы пришли в место всяческой грязи и мусора. Вот тут все у нас, выплавляли проволоку, потом уже появились первые весенние цветочки. Так, выбираемся к цивилизации. Мы видим тут такое место, перебираясь по тропам между траншеями с водой, я добрался наконец к улице Крайней. Улица Крайней находится на некотором возвышении относительно болота и ведет к лесному кладбищу, а через него к улице Пуховской, которая на деле не улица, а просто дорога, ведущая к 6-й ТЭС по бескрайним просторам среди полей и заболоченных старец. Вот мы смотрим на болото Куликова со стороны улицы Крайней. Это один из обширных отрогов болота. Представьте, что раньше, еще в первой половине 20 века, там было больше воды, чем болото. То есть это было фактически огромное озеро, длинное. Я снова свернул от улицы Крайней, чтобы показать длящийся вдоль нее все тот же кусок Куликова болота. Тоже оставим этот, к счастью, непроходимый для человека уголок природы и выберемся снова на улицу Крайнюю. На Крайней мы видим частный домик. Что это, как не остатки хутора Куликова? Сейчас мы свернем туда, налево. Один из оставшихся домов хутора Куликова. Все думают, что хутор уже не существует, но он и есть. Даже сохранилось несколько улиц, в которые мы сейчас и направимся. Мы сворачиваем в сторону рынка, Троещинского рынка. К рынку нас ведет пустынная улица между промзоной, но
нам не надо на сам рынок, мы свернем от него. Потому что остатки хутора, они зажаты между рынком и улицей Крайней. Часть хутора Куликова номер один. Остаток некогда узкой сельской улочки. Заходим в остатки хутора. Дом сквозной улицы. Тут мы видим вторую часть хутора. Едва обозначено. Наконец мы проходим вдоль еще одной части хутора Куликова. Дворы затоплены водой. Улица расположена в такой низинке. Очень грязная. Стык частного сектора и продолжим наш путь по улицам Куликового. Вот это затопленная усадьба. Здесь живут люди. Ничего удивительного. Это Киев. Тут красные заборы. Дорога давно утратила всякий человеческий вид и стала грунтовой. И петляет. Мы выходим на некую площадь. Тут детская площадка, почтовый ящик, вишни собираются цвести, пункт приема вторсырья, частный двор. Наконец, окраина хутора. Бросаем прощальный взгляд на центральную площадь хутора Куликова. И вот мы выходим ближе к Троещине. Мы покинули улицу Беговую, но вот здесь тоже продолжалось болото Куликова, на той стороне улицы. Болото Куликова протекало, условно говоря, на юг из двух северных отрогов. Один вдоль улицы Крайней, другой по другую сторону от хутора Куликова, вдоль улицы Братиславской, в сторону эпицентра, в сторону перекрестка Братиславской и Крайней. Сейчас мы посмотрим на самый исток этого второго отрога Куликова болота. Вот мы этот исток уже осушен, но его ложбина еще несколько заметно вдоль улицы Братиславская. Здесь сейчас скверик, мы сейчас выйдем к нему. Сам же хутор Куликова остался вот там, улица Беговая за мной. А вот подошли. Черт, ветер. Так, вот тут начинался другой отрожек болота. Отрог, вот. Вот он протекал туда, засыпан отрог, ну какие-то следы в рельефе еще заметны, но не так уж много. То есть, если вы не знаете, что тут было болото, то для вас это будет вечный сквер. Ну а имея историческое зрение, вы понимаете, что тут когда-то была вода. Вот мы идем к эпицентру. Но надо ли говорить, что мы идем по месту, где раньше тоже лежало болото Куликова. Вот по месту скверу у местных жителей прямо там под травой, землей подвалы с картошкой. Значит, вода там не стоит, осушили хорошо. Мы сейчас пройдем через автостоянку возле эпицентра, я выключу камеру и продолжим следовать вдоль уже общего русла соединенных отрогов болота Куликова.
Вот еще немного для расстановки. Оттуда идет улица Крайняя. Мы идем по улице Братиславской. Тут пересечение Братиславской и Крайней. Тут эпицентр. И за всем этим делом Воскресенко. Вот мы туда и направляемся. Ну что, по пути я снова вернулся таки Куликовому. Это вид от перекрестка Крайней и Братиславской. Просто хочу показать, как тут хорошо видно русло болота. Ну, давайте подойдем. Прямое русло. Вот оно. Воистину болото, как видите. Сейчас, раз мы здесь, пройдемся к входу Воскресенский коллектор. Вот Крайний идет на некотором возвышении. И тут стоит вода под этим возвышением. Очень четко прослеживается русло. Вот пресловутая зона отдыха «Березка». Слышны крики людей, которые жарят шашлыки и радуются. Вот он. Вот мы снова подошли к Северодарницкому и вход Воскресенский коллектор. Сюда диггеры спускались на надувной лодке. Когда я был здесь в прошлый раз, я почти не навернулся в воду. Постараюсь не повторить эту ошибку. Вот сюда, во тьму. Канал тут довольно узкий, но течение в нем живенькое всегда. А мы выбираемся на Крайнюю, на перекресток Крайней и Братиславской, пересекаем его и начинаем двигаться в сторону улицы Петра Запорожца, к которой по направлению лежит русло, естественное русло Куликова болота. Вот прежде болото шло, один из основных его отрогов шел оттуда сюда. Ну тут его сейчас похерил мелиоративный канал, а когда его не было, русло продолжалось туда. Там, в районе эпицентра, оно соединялось с другим отрогом. И уже общим руслом они следовали в сторону, условно говоря, улицы Петра Запорожца. Отправляемся туда. Ну вот мы и выбрались к этому общему руслу. Давайте посмотрим, как оно устроено. Причем... Так. Очень же замусорено. Ориентировка. Перекресток там, эпицентр там. Вот желоб с водой. Вот береговая линия видна. Теперь следы. Может быть, тут были пруды, не знаю, ровные участки, может быть, что-то разводили. Посмотрим, что это осталось. Высота метра, высота берега тут, ну, метра два с кепкой, 2,5, скажем так. Так, я не буду перебираться на тот берег. Левый берег, по которому я иду, он тоже имеет возвышенность, но более пологий. И к нему со стороны улицы Братиславской проложены мелиоративные каналы, тоже пересохшие. Местность тут загажена следами человеческой жизнедеятельности.
Так, вот тоже такой расчищенный участок в пойме этого русла. Видна давняя ограда. Может быть, эта ограда сохранилась со времен, когда там еще стояли здания хутора Куликова, который продолжался по эту местность. В русле стоят лужи, но это весенние лужи. Однако и летом, как видим, тут довольно ощутимое углубление. И летом тут бывает. Вода стоит ближе эту ограду, столбы, проволока. Вот перпендикулярная перегородка, тоже уже основательно разломана. И все внутри этого общего русла Куликова. Торф, вода. В русло спускается лестничка. Сейчас мы к ней подойдем. Но это уже ближайшее к нашему времени устройство. И вот классические торфяные лужи. Лестничка. Сухая болотная трава. Двинется вдоль русла дальше. Местные жители пересекают его здесь. Вероятно, тут когда-то был брод. Школа. Вот там дальше школа. На месте школы стоял частный дом, и к нему примыкало болото с той стороны. Вот там, где сейчас многоэтажка, там прямо было болото. Посмотрим опять отсюда на рельеф. Вот русло. Оно довольно широкое. Правый берег, ну, правый по течению берег тут, а левый берег там. То есть русло было довольно широкое. Ну, если это был рукав Десны, то, разумеется, оно было широкое. В другую сторону смотрим. Русло продолжается туда, и следы его уже не столь очевидны, потому что оно засыпано и осушено. Мы идем сейчас в ту сторону, к перекрестку улицы Петра Запорожца, и тут следы русла еще заметные, что любопытно, в него спускается еще одна лестничка. Одно время я предполагал, что тут даже где-то были пляжики небольшие. Ну, не знаю, насколько это предположение верно. Русло осталось там. Основное, мы продолжаем идти вдоль былого русла к улице Петра Запорожца. В окрестном лесу сохранилась дамба, которая шла по краю болота. Вот сквозь дамбу сохранилось, кстати, несколько таких проходов, вот перпендикулярных к ней мелиоративных каналов. Мы сейчас поднимаемся на саму дамбу эту. Люди по ней гуляют и даже не задумываются, что это дамба. Вот, вот эта дамба, она шла вдоль болота. Ну, болото было и по эту сторону, основное Куликово по эту. И вода была по обе стороны. Еще в начале, в первой половине прошлого века. Вот мы идем дальше по
этой дамбе, к больнице, к роддому. Вот там улица Петра Запорожца. Что же, мы сейчас перейдем через дорогу и по лесу направимся к парку Победы. Вот уже цивилизация, но нам от нее в сторонку, в лес, к ручью. Не к ручью, к каналу, тоже мелиоративный канал, вот, который идет из парка Победы, соединяет озеро в нем с Воскресенским коллектором. То есть вода движется из парка Победы сюда, на север, к Воскресенке. Вот этот канал. Это мелиоративный канал. Он закрыт решеткой, но, как видим, даже диггеры сюда не лазят. В связи с весной он довольно полон. По берегам кое-где видно водная, озерная растительность. Течение довольно бойкое. Берега высокие, сам канал сужен. А вдоль него по сосновому лесу идет дорога. Так, все тут у нас вот бетоном укрепленный берег. Здесь канал запитан уже, ну, сейчас весна, и талая вода, а так основную воду ему дает ручей, питающий водоем в парке Победы. Там ручей, его исток ближе к линии метро. Кое-где через канал переброшены мостики. Слышим шум трамвая. Мы же отправляемся дальше. Осталось пройти еще немного. Мы выйдем улица Алишера Наваи. Насколько я помню, это был такой поэт. Мы в город Изумрудный идем дорогой трудной. Окрестный лес тоже подвергался мелиорации. Следы дренажных каналов видны по эту и по ту сторону канала. Мы приблизились к больницам, хотя мы шли вдоль них, но тут тоже больницы. Такой район здоровья. За этой больницей очень интересная местность, куда мы отправимся в следующий раз. Я о ней писал в «Ересе о Киеве». А вот выход из портала, вернее, вот. А вот портал. Тут вода. Она перетекает под улицей, она протекает под улицей Алишера Наваи из парка Победы. Это вывод воды. Сейчас мы кратенько зайдем еще в парк Победы, посмотрим, где эта вода втекает в коллектор, из которого она тут вытекает, и будем сворачиваться. Направление воды туда.
на север. Так, убираемся. Улица Алишера Наваи. Ну вот мы перешли улицу. Вот портал, куда эта вода втекает. Давайте посмотрим. Только тут не видно, что она втекает. Она стоит как бы, но мы видим, что раз она там вытекает, то тут она втекает. На портале решетка. Течения особого не видно. Обойдем этот участок. Водоем в парке Победы, вот его окончание, устье, тоже расчищенное болото. Причем ширина его была, опять же, до расчистки больше, чем сейчас водная поверхность занимает. То есть изначально русло было еще шире, потом оно заболотилось, но потом его расчистили. Но поскольку система рек основательно изменилась и течений, то если раньше это был рукав Десны и вода текла в ту сторону, то теперь питаемая ручья водоем течет в эту сторону. Вот мы видим, ливневка впадает, а там идет вода, собственно, от ручья, ну и, конечно, талыми водами питается. Вот. Так. Полное прохождение этого русла, причем более солнечную погоду, показано в серии «Киевской амплитуды» про речку Дарница. Я уже сегодня устал и не хочу туда идти. Желающие могут доехать до метро Дарницы и прогуляться сами вдоль этого водоема, который сплошь уже оборот с избушками до шашлыков. Раньше их не было. Так, вот тут где-то выход из ливневочки. На этой пессимистической ноте буду заканчивать первый в 2017 году выпуск «Планеты Киева».